Нелле Крыловой всего 12 лет. Полжизни спортсменка занимается бадминтоном. Тренировок много, 6 в неделю, иногда по 2 в день. Вопреки стереотипам, бадминтон – игра сложная. У спортсмена задействованы различные группы мышц, отсюда и высокие энергетические затраты. Игроку в процессе соревнований приходится бегать на короткие дистанции, чтобы отбить валан, совершать интенсивные махи руками, прыжки и наклоны. У нас все тело используется, мышцы ног, потому что большая, по 6 метров площадка, в длину, в ширину около 4 метров. И здесь надо пробегать большие очень расстояния. За один матч, за одну встречу, если она проходит из 3 партий в одиночке, посчитали, что человек пробегает по 7 километров. А встреч таких на соревнованиях может быть и по 5-6 за день. Поэтому нужна не только хорошая техника игры, но и серьезная физподготовка. В то же время важна и внимательность к деталям. Нелле Крылова, которая на региональном первенстве заняла первые места в одиночном, парном и смешанном разрядах, признается, перед игрой очень внимательно наблюдает за соперниками. На разминке я обращаю внимание на соперника и какие у него ошибки, и туда в самой игре бью. Соперница я била по диагонали смеши, если она брала их, то я просто добивала добивку и таким способом выигрывала. Смэш – это атакующий удар, выполняемый над головой сверху вниз, часто с задней линии. Он требует немалых усилий, хорошей позиции для выполнения, сбивает дыхание и заставляет ускориться. Поэтому и необходимы регулярные тренировки. 6 раз в неделю мы тренируемся. Вот. Со школы сразу еду на тренировку. Очень нравится этот вид спорта. Ну, своей скоростью, вот этой игрой, ощущениями. Следующее соревнование у одинцовских спортсменов в ноябре, но уже в составе подмосковной сборной. В нее вошли сразу 3 воспитанников спортшколы – Нелле Крылова, Платон Акулов и Варвара Шмырева. Они будут представлять регион на первенстве в России в Омске. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».